Мы сейчас будем завтракать. Смотрите, что мы будем завтракать. Это кулебяка. А с чем это кулебяка? А, с курицей и грибами. Мало. Еще у нас есть вот такой пирог с творогом. И есть вот такой пирог с вишней. С вишней? Да. Или с брусникой? С вишней. С вишней, обалдеть. Слушай, столько нельзя мучного есть. Нам сейчас же тоже напишут. Я понимаю, что столько нельзя. Но я не буду много есть. Да. Попробую вот такую кулебяку. И с творогом. Вообще с творогом люблю всю выпечку. Вот всю люблю. Пирожки, пироги, слойки. Что только... Ну, вот все абсолютно. Даже вареники люблю. И делаю чай. Себе сделала зеленый с лимоном. А папа наш будет пить с... Тоже с лимоном. Ой, а где это? А, вот она. Угу. Я думала, куда этот ярлычок закатил. Я думала, он упал туда, в стакан. Черный чай с яблоком и шиповником. Посмотрите, в какой коробке кулебяка с курицей и грибами. Первый раз такое вижу. Ну, в основном продают это просто в пакетиках. Это еще в такой коробочке. Вот. Кондитерская фабрика. Золушка. Это не реклама. Это просто... Просто я рассказываю, просто вам показываю. У кого есть Золушка, кстати, мы первый раз берем выпечку, но на самом деле очень вкусная. Поэтому советую попробовать. Кстати, всем доброе утро. Я забыла поздороваться. Всем доброе утро и приятного аппетита, кто кушает вместе с нами. Забрали Миланку из садика. Миланка побежала себе игрушку выбирать. У нас сейчас 5 часов, но темно уже на улице. Что ты хочешь? Пойдем еще посмотрим, что это. Это посмотрите, это Винкс. Что? Винкс. Где, куколка Винкс? Да. Да. Значит, это не настоящая Винкс. А вот здесь смотри. А, смотри, вот Поняша такая. Не хочешь розового? Хочу. Аня, хочу вам. Такую Поняшу. А зачем тебе такая Поняша? Ну, тебе дома есть Поняша? Ну, она такая симпатичненькая. А вот Лол в пакетике. А вон Лол, как у тебя, помнишь, мы покупали Лол. Не, не интересно. Нет, не интересно. Давай вот это возьмем ей, вот это интересно. Вот такие в игровых автоматах, да, Милаш, с тобой видели? Милаш, да. А вот здесь ты смотрела еще, посмотри, игрушки. Вон, смотри, вот такие вот антистрессы, такие как... Вот, я хочу... Хочешь? Мам, хочу Мель. Кого? А, я хочу Мель. Мель. Это фок Мель. А смотрите, какие собачки. Смотри, что еще можно. Смотри, игрушки. Здесь машинки. Змею? Да. Хорошо, ты точно? Я есть дети. Ну зачем у нас герои в масках все есть? Это герои в масках, вот как этот. Ну там что-то секретное. Олег. Не, ну не надо. Зачем у нас все они есть, все герои в масках? Миланка вначале, помнишь, как ждала их, а сейчас уже вообще забросила коробку. Она вспомнила, говорит, хочу их смотреть, мужик. А, вдруг. Нет. Ну все, бери-ка, показывай. Что, что? Вот эту мель. Большую змею, зеленую? Да. Тебе змея нужна? Да. Точно? Точно. Все, может, посмотрим. Милаш, может, все-таки вот такого возьмем, ну, лизуна? Ну, не заставляй ее. Я хочу эту. А вон, Милан, посмотри, еще вот в яичке, вон, видишь, такое фиолетовое и прозрачное. Там какая-то Поняша блестящая, что-то с наклейками. Яичко нет, фиолетовое, нет, сиреневое. Нет, не потом. Не пожать. Глянь, какой помидор, брелок. Нет, это не тебе. Так, что ты берешь? Змею хочешь. Змею? Да. Милан, готов? Ой, это я же наша куколь. Вот эту? Да. Да, вот это. Змею захотел ребенок. Держи свою змею. Что, у тебя лишь боится ее взять даже. Бери свою змею. Смотри, она длинная какая. Ого, какая длиннющая. Ничего себе. Все, говори спасибо тете и пошли. Пошли. Подожди, я сейчас хвост здесь будет грязный. Давай дома достанем, а то испачкается. Да. Вот это у тебя змеюка. А меня тряпая? Нет, это резиновая. Нет, она твердая. Твердая? Ну что, мы решили, будем Лику пугать? Я боюсь, нет. А зачем ему бояться?
Их нужно кушать. Сейчас Лика дверь откроет, и мы ее напугаем. Нет, они могут... Дай мне, я на Лику сейчас кину. А то ты не докинешь. Быстро. Жить, у нас темно, как лампочка перегорела. И пофигу, тюлень. Это моя. Что, ты не испугалась? Нет. А что это, откуда? Это не купец. Нет. А куда вы заходили? Макси. А Мази? Максик на своем месте. Да, Максиушечка. Тебе хорошо тут спится, а, котик? Тебе хорошо тут спится. Вот он любит это место. Он у нас или на подоконничке спит всегда, или вот здесь в уголочке, на постели. А, Максиш? Тарахтелку свою включил. А? Что, разбудили тебя, котик? Ой, ну конечно же, рубрика «Макси на зевалке» тут как тут. Кто скучал, скажи, получайте дозу. Получайте. Ой, сразу позируем. Макс. Кайфушечки, Максиша. Ого, Милана, какая у тебя змеюка. Вот. Не надо тянуть. Какая она у тебя длинная. Смотрите. Что, моя солнышко? Вот это да. Смотрите. Вот так вот скручивается она, да? Змеюка твоя. Она такая маленькая. Маленькая. Ничего себе маленькая, милаша. Разве она маленькая? Маленькая, она любит так. Она любит так. Давай, Милаш, уже будем игрушки собирать и уже будем с тобой идти купаться. Подожди. Ты что, башню строишь? Нет. А что ты делаешь? Я помогаю папе вот это что-то лять. Ты папе помогаешь все собрать? Да, он не умеет. Он не умеет? Какой красивый замок. Нет, пока. Лика вся в уроках. Я уходила, ты делала уроки. Пришла, ты делаешь уроки. Ну, я просто по некоторым причинам переписываю всю тетрадь. Круто. Да. Это по каким причинам? А вот по некоторым. Разлила что-то? Да, на сегодня много, на завтра, получается, много задали. Больше писать, чем учить. Но по английскому, как всегда, задали пересказ. Это значит выучить. Не пересказать, а выучить текст. И задали слова 3B и задали этим идиомы учить. Ужас. Но вам по английскому прям всегда так много, да, задают? Очень, да, много. Я как-то говорила в видео, что очень хорошо, что задают много, и такие вопросы... Не надо. И такие... Неправда, это неплохо, это очень хорошо. Если бы вам задавали, вообще бы ничего не знали. И вот в комментариях прям завалили вопросом, а зачем английский? Ну как это зачем английский? Английский сейчас в наше время абсолютно везде нужен. Даже куда-то поехать в какую-то страну, практически везде разговаривают на английском языке. Ну, по крайней мере, понимают на английском языке, когда ты разговариваешь. Поэтому английский язык нужен везде. К тому же сейчас очень востребованы специалисты, которые... владеет очень хорошо английским языком. Поэтому, а у меня, честно сказать, вообще в мечтах, чтобы Лика еще очень хорошо выучила китайский язык. Да, мамочка, удачи. Иди, исполняй свои эти желания. Сама-то учи. Сама, да. Вот очень жалко, что у вас немецкий язык. Вот почему нету китайского языка? Вот я бы хотела, чтобы ты изучала китайский язык.
Нет, я не про куриный язык говорю, я говорю про китайский язык. Вот мне, честно сказать, вот немецкое, ну вот язык, да, вот это произношение, оно какое-то грубовато, мне не очень нравится язык немецкий. Английский язык мне очень нравится. Я в свое время английский язык знала на отлично. У меня пятерка была по английскому языку, и очень жаль, что... Ну вот видишь, у тебя была пятерка по английскому. Ты выросла, не воспользовалась этим и забыла. Да. А зачем мне учить... Если так... я так же вырасту, нет, он и тебе... не воспользуюсь, не зачем. Кто, сказал тебе, он нужен будет? Ты за будущее, да, знаешь? Я знаю, что он тебе нужен будет, да, язык. Английский тебе он нужен будет. И я жалею, да, что в свое время я его знала на отлично, мне очень он нравился, этот язык, но потом как-то у нас в 10-11 классе не стали так требовательно относиться, и мы, конечно, подзапустили. У нас, нам чисто так автоматом ставили пятерки, четверки. И я очень жалею. Если бы вот так нам тоже задавали, учить пересказы, я бы даже рада была. Поэтому, когда вам, когда ты говоришь, что тебе много задали по английскому, честно сказать, я очень рада. Да. Так что учи. Вика уже сделала уроки. Буду ложиться спать. Да? Не знаю. Нет, тебе нужно еще там дойти. Ты говорила по-английскому, да, учить? Да. Такое предложение прозвучало. Нет, я не знаю. Какое? Да. Посмотреть фильм. Ну, посмотрим сейчас. Ну, да, Лике просто делать, учить английский нужно. Вот посмотрим, во сколько я выучу. В общем, видно будет. А если я, кстати, смотрела фильм, он достаточно как бы старый уже, ну, уже многие его посмотрели, и не один раз. Смотрела. Да, и не один раз, очень интересный фильм, но я, честно говоря, не смотрела его. Как-то постоянно перелистывала, в общем, никак не смотрела. И сегодня наткнулась на него, называется он 1+1. Очень интересный фильм, кто не смотрел, советую посмотреть. Ну прям очень-очень интересный фильм. Вот, но повторюсь, он уже достаточно старый, и многие его смотрели не один раз. Вот, Миланка сейчас тоже идет уже ложиться спать. Я не играю. Ты не играешь, ты порядок будешь сейчас делать. Складывай все игрушки и в кровать. А я буду монтировать видео. Все, ребята, на этом наш урок сегодня заканчивается. Всем огромное спасибо, кто был с нами. Всем спокойной ночи, всем пока-пока. Пока. Пока, Миланка тоже кричит.